Welcome to Russia. Welcome to Dagomis. Konnichiwa. Bonjour. Shalom. Guten Tag. Ласкаво просим. Мы рады приветствовать вас в Дагомысе на международном образовательном эндоскопическом видеофоруме 2017. И в отличие от завершающих кадров олимпийской эндоскопической комбинации, которую мы только что посмотрели, мы, конечно, не гасим свет наших ксеноновых галогеновых ламп, а напротив, ярко разжигаем свет современной эндоскопии. Организационный комитет, следуя единодушному пожеланию эндоскопистов страны, проявленному во время голосования в Санкт-Петербурге, приложил все усилия для реализации нашей встречи в Сочи. Научный комитет видеофорума отобрал для него лучшие видеосюжеты, которые демонстрируют, как методики эндоскопической диагностики и лечения, выполняемые типовым образом, так и редкие клинические случаи. Форум, как и во времена Древнего Рима, объединяет людей для общения и свободного обмена мнением. Сегодня и завтра в Дагомысе звучит единый язык эндоскопии, объединивший коллег из разных стран. Мы приветствуем всех отечественных специалистов и наших гостей, международных экспертов мирового уровня. В работе форума принимают участие Жан-Франсуа Рей, Сен-Лоран-де-Буар, Франция, президент Всемирной эндоскопической организации. Рамат Ган, Израиль, ведущий эксперт в области воспалительных заболеваний кишечника. Бьорн Рембакин, Лидс, Англия, ведущий эксперт в области терапевтической эндоскопии. Марк Джованини, Марсель, Франция, ведущий эксперт в области оперативной эндосонографии. Камамура, Киото, Япония, ведущий эксперт в области колона и эндоскопии. Немаловажно, что бремя финансовых расходов по проведению видеофорума взяли на себя хорошо знакомые вам компании. Олимпос как генеральный спонсор, компании Ipsen, Medtronic, Taewoong, Falk и Takeda как главные спонсоры. Организационные вопросы помогали решать наши партнеры из компании Медзнания. Видеофорума мы предоставляем генеральному директору оздоровительного комплекса «Дагомыс» управления делами президента Российской Федерации Александру Ивановичу Багдасаряну. Уважаемые коллеги, эти фанфары и эта торжественная музыка, конечно, звучат и как хозяину Александру Ивановичу этого прекрасного комплекса, но еще по одному поводу. Мало кому удается пригласить на свой день рождения весь цвет отечественной эндоскопии такой гостей. Александр Ильич, сегодня день рождения. И мы на технику управляем. Все это так. И сил, чтобы все это поддерживать. Пожалуйста. Вам слово. Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, уважаемые участники очень важного международного форума. Дело, которым вы занимаетесь, как вы знаете, и мы все это прекрасно понимаем, что это очень важно, как для нашей каждой семьи, как для наших друзей, как для нашего общества, для наших коллективов. Очень хорошо, что вы собрались именно у нас. Мы вас приветствуем на территории нашего комплекса. Мы постараемся сделать все, чтобы ваша работа и отдых были совмещены, и вы получили максимум удовольствия и максимум эффекта от того, что вы здесь за эти дни увидите и проведете вашу необходимую, очень нужную работу. Удачи вам, успехов, и мы всегда рады вас видеть. Воспользуйтесь всем, что у нас есть. Поверьте, вам это все понравится. Спасибо вам. Огромное вам спасибо, Александр Ильич. Уже звучат голоса о том, чтобы сделать эту осеннюю встречу ежегодной, регулярно. Обязательно. Глубокоуважаемые друзья, слово приветствия предоставляется вице-президенту научного общества гастроэнтерологов России, главному гастроэнтерологу главного медицинского управления делами президента Российской Федерации профессору Олегу Николаевичу Минусову. Пожалуйста. Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые гости, дамы и господа, позвольте мне от имени одного из организаторов этого конгресса поздравить всех участников с большим праздником. Здесь участвует, вот мне понравилась картинка, которую показала, из всех уголков нашей большой страны,
Есть районы, где уже снег выпал, есть районы, где уже зима наступила, есть районы, как Сочи, где солнце, где приятное теплое море, где мы, кроме того, что работаем, еще и можем отдохнуть. Позвольте мне от имени управления, главного медицинского управления, пожелать вам всего самого лучшего в работе, успехов и здоровья, всего самого лучшего. Спасибо вам. Большое спасибо. Слово приветствия предоставляется председателю Российского эндоскопического общества профессору Михаилу Павловичу Королеву. Знаете, я приехал и потерял голос, поэтому Евгений Дмитриевич будет меня переводить, если кто не слышит, кого. Надо, я хочу сказать одним словом, молодцы. Вчера была прекрасная встреча, холодное пиво, и вот результат. И зима, и лето, все в одном месте, здорово. Поэтому мне хочется прежде всего поздравить вас всех, что несмотря на все сложности, вы приехали, вы молодцы. Поздравить организаторов, они трижды молодцы. Поздравить фирмы, которые нам помогают всегда. Я всегда говорил, что «Олимпос» – это единственная фирма у нас в стране, которая обучила у нас 2400 наших врачей. Сегодня день учителя, поэтому я с глубоким удовольствием поздравляю всех учителей, которые здесь присутствуют, и надеюсь, что прекрасно организованный форум явится традиционным, им каждый год будет встречаться в полном здравии. Вот, так что спасибо. Спасибо большое, Николай. Мы верили в вас. И, наконец, слово приветствия и слово для торжественного открытия форума предоставляется президенту Всемирной эндоскопической организации Жану Франсуа Рейн. Dear Evgeny, dear Katarina, thank you for this invitation. Mr. President, Multiple President, ladies and gentlemen, colleagues. Why WHO is here today? Because it's our duty. It's a world organization of digestive endoscopy. One currently look for the development and the implement education. And this forum is education. We try to increase the knowledge of endoscopy, mainly in underserved areas in the world. And we really look forward to see the Russian community more involved in WHO and your meeting. We support international cooperation, and of course we are partner with industry research. Yeah. Not working again. Следующий слайд. Sorry. Yeah. What we are doing? We are doing multiple programs, especially the ADEP courses, the video capture courses, and we start. And it's my first presentation. We start the WHO and dividend membership for the next 1st of January. And I think, you know, the annual membership will give worldwide access to network endoscopies. We'll connect with the audio specialists, and we gain access to new activity and discount of the next World Congress. And I think, you know, annual membership will be a possibility for Russian endoscopy to be more closely involved in the WHO and the world of endoscopy. And finally, what is important, we have decided with my friend Nagi Reddy to organize every 3 years a World Congress of Digestive Endoscopy. The first Congress was in India, was very successful, and our two colleagues were deeply involved in the core program, we are deeply involved in the organization. And Professor Fedorov will be also involved in the next 3 years with me for the next World Congress. The next World Congress will be in Rio de Janeiro, March 7 to 10, 2020. And it's a nice location, as you see,
And I hope you will be numerous to be there. And it's important to make the announcement now, because we will organize grant, we will organize poster, we are going to abstract. And if you would like to start your clinical research and your abstract, start to start now to submit in 2 years, and perhaps for the best of you to be invited and guest of Duolio. Thank you very much, and congratulations for this nice organization. Thank you. Форума. Просим модераторов занять свои места в президиуме и дать старт первому пленарному заседанию видеофорума 2017. Спасибо.